Перед началом видео хотел бы попросить зайти на канал Слайда. Мои подписчики неоднократно слышали о нем, и я не перестану рекомендовать его канал. Парень снимает разные ролики, дуэли с подписчиками, кстати, можешь поучаствовать. Монтажи, фрагмовики и все в таком духе. Парень реально старается делать топовый контент по копсу. Обязательно его поддержи, и ссылочка будет в описании. Всем огромный привет, с вами как всегда Иван Майлд, и сегодня нашей игре, а точнее уже завтра, исполняется нашей игре уже 3 года после того момента, как только она вышла в Google Play. Я хочу в этом видео показать вам, ну, как изменился сам Critical Ops, хотя там и так понятна разница, у меня есть видео на канале по поводу этого, то как она меня с 2014 года по 2018 сегодняшний. Итак, вот, я зашел на сайт Critical Ops, и если уточнять, то игра вышла сама 2014. Вот смотрим, значит, у нас она вышла в прокат, если точнее, то вышла в Google Play уже 5 октября, то есть это у меня завтра, я заранее записываю, чтобы, потому что завтра у меня будут дела важные, и уже 2015. Она была в раннем доступе еще в 2014, вот это их вот первый официальный пре-альфа геймплей, вот Critical Ops Portable Sequel. Portal, вот раньше, как она, Critical Strike, точнее, и потом она переименовалась в Critical Force, вот, точнее, Critical Ops, вот, значит, 2 декабря 2014-го, она еще была при Альфе, а потом она уже вышла на Андроиды, и потом уже iOS уже идет. Если кто-то не знал, вот, если мы загуглим Critical Portable, то некоторые олдфаги, ну, лично я, вот, помню, я играл в эту игру, она была для мобилок, она была еще на ПК, то есть можно было в нее в браузере поиграть, вот такая вот игра. Ее разработчики, это и есть Critical Force, то есть они просто забросили свой старый проект, назвали его просто говнищем, и перешли, опять же таки, на мобилки, но только сделали ганнату, ну, почти ганнату на данный момент. Этот сайт мы можем закрывать, и в принципе вот сам сайт Critical Ops, где есть все подробности, можно скачать на App Store, Google Play и на Amazon. Здесь нам показывают геймплей уже с iPad, то что доступно у нас с Android 4.4, раньше было 4.2 вроде бы. Здесь нам также демонстрируют вот Deathmatch, Diffuse, Gun Game, все вот эти режимы, которые присутствуют в этой игре, ранкет система, здесь вот все, и можно даже повертеть оружку, то есть это реально Sunset Серпент, что-то, ну, тоже клевая ружка, и Урбан, тоже вот это клево. P90 можно посмотреть, AUK Impact, красивенький, который похож на Азимов, можно ножик посмотреть, и разные другие оружия. Здесь также вот здесь вот прям значок того, что Копс может у нас участвовать в разных турнирах, там, тот же самый CSGO. И здесь у нас есть таблица счета, то есть вот Regret, значит, у нас чувак под ником Regret набил 368 тысяч киллов, это просто, я, если честно, в шоке в мягком, потому что такой человек просто постоянно задрачивает игру, чтобы попасть в топ, но это просто, я удивлен, и вот... Даже вот Алекс Воркшоп, это тот человек, который вроде бы делает подделки по этой игре, просто делает ножки и прочее вот это дело. Комьюнити видеос, есть видео от самого этого, получается, от самого сообщества игры. И вот все, и сама версия игры, и написано, что здесь вот такого, ну, добавили, ну, New Gun, там, и так далее, и тому подобное. Здесь мы видео уже продемонстрировали, и сейчас вам покажу то, что вы должны знать вообще о Critical Force, о Critical Ops и так далее. Компания или же команда Critical Force, издающая игру Critical Ops, состоит из 65 человек из разных стран, в том числе и России. Главный персонал составляет Вилли Пекапирайнин, Тему Мата, Юрий Юшкевич, это походу тот человек, который переводит саму игру, Лели Март, Мика Лехтонин, и сами Толан, ну там разные, их много, но это главный персонал сам. Самый главный этой команды, естественно, Вилли Пекапирайнин, вот, Пека, то, что вот сейчас скачал читы на Critical Ops, короче, сейчас играет. И
Компания находится в Финляндии, что не странно, что это у нас одна годнота. Они также сотрудничают с разработчиками, ну, здесь уже, в принципе, не важно. И самое главное то, что вот это вот название, вот это, то, что эта компания вложила в Critical Force, то есть на разработку и прочее, все это дело, 4 миллиона евро в саму компанию, чтобы те хоть что-то делали или для развития игры. Ну и, в принципе, и все. Это то, что вы основное должны знать. А, и завтра, ну, если считать, по-моему, видео выйдет прямо вот 5-го, уже день рождения Critical Ops, что неудивительно. А, под конец я хотел бы пожелать кое-что и еще сказать про свой паблик вот во ВКонтакте. Если что, заходите, это если что реклама, но в любом случае я сейчас начал серьезно заниматься группой. Здесь вы можете увидеть, вот, здесь вы можете в обсуждениях увидеть еще с кем поиграть, если у вас нет какого-то либо напарника. Вы можете зайти через Discord и там найти себе друга, чтобы с ним разговаривать прям по прямой связи. Либо вот просто найти ВК. Здесь, в принципе, люди и так пишут. Вот их тут много, можете себе на вкус найти. Здесь также постятся разные мемы по Critical Ops, так что если что, обязательно заходите, буду, если что, рад, обязательно вступайте, если у вас есть ВК. И, в принципе, все. Игре в основном хотел бы пожелать только всего самого наилучшего, хотел бы, чтобы добавили много чего интересного, потому что играть в эту игру уже становится давно как неинтересным. Это неудивительно, почему у меня сейчас нет и стримов по эту игру. Тот же самый Fortnite, если сравнить его с Critical Ops, ну, даже пусть это, вот, пусть это и так не тупой пример того, что, чтобы сравнить ее с топовой игрой, я намекаю на то, что в Fortnite добавляют разные события, добавляют ивенты и так далее и тому подобное, и из-за этого интересно играть в эту игру. А если поиграть в Critical Ops, то одно и то же тебя просто-напросто задалбливает. Мне, если честно, вот просто задолбало. На этом все, всем удачи и всем пока-пока.